pretend she's overboard. The self-assured, no, no, the dirty word. Hello, hello, hello. Добро пожаловать на плохую вечеринку перед тем, как балабол. That's right. On top. It's tricky. It's so tight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Скажите людям, что я сделаю богатым того, кто принесет мне лучший нож в этом городе. Здрасте. А тут африканское напыление университет. Этот нож создавали по личному заказу. Это невозможно. Какого черта, Фредо? Easy Drop. Убийственные цены. Ссылка на сайт и промокод в описании ролика. И знаете, какой я хочу полностью компьютерный сетап? Ну, это в России, скорее всего, буду брать. Бля, я реально душу дьявола бы отдала за вот этот комплект, смотрите. Это пиздец. А, не видно. Скачать музыку рыб. Смотрите. Это пиздец. Дай мне денег. Короче, да. Пришло два Моника, но один из них как будто вообще не Моник, смотрите. Смотрите. Просто малюсенький. Ну, типа, вообще коробка не коробка по сравнению вот с этой вот. Так, какой сначала? Маленький открываем? Моник, не Моник. Ну, как будто он вообще малюсенький. Он, кстати, 3500 тысяч гривен стоит, по-моему. Посмотрел тик-так, где водя тебя поднимал. Пиздец, он сильный, походу. Представляю, какая у вас жара. И тебе спасибо. Чё вы? Ну, короче, это 1080 ультратонкий, безрамочный. О! Вот такой. Его я буду ставить боком. Ну, типа, портретная получается. Кстати, я Джек еще заказала, а тут, оказывается, Вадя Джек нашел. У него столько всякого разного говна, блядь, дома. Жесть. Блин, я просто хочу на этот моник. А вот этот, кстати, который второй, он 2К. 2К и 144 Гц. Но это, кстати, IPC-матрица, вот которую я взяла. А у меня до этого были всегда TN-матрицы. Я не знаю, TN, по идее, там были, но они капец какие дорогие. Ну, типа, охуеть, какие дорогие были. IPC, а как IPS-матрица? А как IPS? Вадь, помоги! Ладно, шутка. Офигеть, какой он тоненький. Безрамочный. Бля, даже в фокджамп нельзя отправить. Ого, балдеж. Он такой тоненький. Но это третий моник, второстепенный, чтобы вы понимали. Балдеж. Так, и сейчас я буду доставать 2К монитор. Блин, он охуенный. Типа вот в плане третьего моника, это охуенно. Балдеж. Блин, главное, чтобы я ничего не потеряла. Всякие провода туда-сюда. Ну, и вот этот моник, короче, он стоил 16 тысяч гривен.
Не, мне нравится ТН-матрица больше. Она типа, ну, я понимаю, что у нее хуже картинка, но там время отклика быстрее намного. Хоть я, наверное, не буду этого замечать, да. Но в целом я просто к ТН-матрице очень сильно привыкла, и поэтому мне сложно сейчас на IPS-матрицу приходить. Я правильно говорю ведь? IPS? IPC? IPS? Блин, а как достать? Чат, помогайте! Вадим, помогай! Ого! Мне два моника не хватает, потому что я с самого начала сидела на двух мониках, на мониках. Я поняла, что мне нужен третий, обязательно. Посидела на трех мониках и просто привыкла. Это уже, ну, типа, от удобства зависит. Типа, я не знаю, мне удобно намного, знаешь, когда у тебя третий монитор, он вообще неприкасаемый, то есть ты не двигаешь ничего на нем. Как и на втором. То есть на втором я практически вообще ничего не открываю. Вот. И у меня, знаешь, как отдельные просто, отдельные мониторы для всех приложений. То есть выше, который монитор, то есть второй, он... Я уже устала, когда открывала. Третий монитор, который сбоку, он с чатом, с дискордом и с донатами. Ну, то есть там просто что-то высвечивается, знаешь, как эти, как панельки. И все. То есть я там ничего не трогаю, ничего не открываю вообще. Ну, типа, ничего вообще не трогаю третий монитор. Только вот эти два, которые сверху и снизу. И все. То есть это просто удобно. А то, что вот получается здесь, тут два монитора всего. И если тебе нужно что-то открыть на стрим, тебе нужно, получается, браузер открывать на втором, и у тебя все вкладки, которые с чатом и с донатами, они просто закрываются. Плюс чат на вот таком монике, он маленький. Мне хочется большой чат. То есть уже на таком монике, перевернутом в портрет, уже не откроешь браузер. Получается, нужен вот второй моник. Поэтому, да, вот. Это дело каждого. Типа, это вкусовщина, ребят. Я как будто подарок на Новый год открываю. Бля, это вот прям как мой моник. Обожаю Asus, обожаю огромные мониторы. Бля, это реально как мой! Да, только IPC матрица. Это, кстати, тоже IPC. Ну, который вот 1080, он тоже IPC. Вот единственный, который вот тот моник, он теновский. Но он будет как... Ну да, это не очень. Ну ладно, IPC. IPS. Как? IPC. А как? IPS? Ну, я так и говорила. Я говорила IPS, и мне начали все исправлять. Начала говорить IPC. Ой, все, блядь. Мой зайчик. 2К. Воу. 165 Гц. Но он не будет 165 Гц. 2К. Бля, вот что может быть лучше 2К Моника? Я просто не понимаю. Нет, 2К Моника — это лучшее вообще, что могло, блядь, создать человечество. Это прям, вот знаешь, золотая середина. 4К. Не, мне кажется, 2К Моник — это вот прям золотая середина. Небольшой, не маленький, вот среднее что-то. Типа 4К моник, он уже такой. Такой. 2К 165 Гц для браузера идеально. Ты зажрался, бля. Нет, 4К моник для телека. Заебись. А для игр? Как 4К, блядь? Как в 4К играть в CS-ку? Я же говорю вам про игры. Во. Бля, это самое лучшее вообще, что могло...